люди, значит, неизбежно в отношениях претерпевают кучу кризисов, и по идее эти кризисы, которые они претерпевают, когда они в отношениях состоят, они должны делать их готовыми к следующим ситуациям, и они должны минимизировать количество кризисов. Но, как мы знаем, обычно кризисы идут по нарастающей. Сначала, значит, вот здесь вот это, потом все в лучшем случае заканчивается холодным игнором, значит, и такой, как это, больше не воюем, вот, потому что все внутри умерли. В каждых новых отношениях мы повторяем одни и те же ошибки, наступаем на одни и те же грабли. И внутри одних и тех же отношений вроде бы прошли уже здесь спотыкались, уже здесь на, как бы сказать, себе друг другу уже больно сделали. Что это обусловлено, разумеется, биологическими факторами, тем, как устроена наша с вами головушка. Наш вот этот вот опыт, складывающийся с самого раннего детства, да, он начинает нас делать избирательными в отношении к тому, что мы видим в мире. Не любили. Не любили в семье, да, в родительской. Значит, у меня, соответственно, в моей конструкции стоит в том, что меня нельзя любить. Ну, не в так формулировка, а вот такое, что я не привык, что меня любят, да? Дальше появляется какой-то человек и говорит: «Привет, люблю, не могу. Я буду делать, если у меня в моей схеме мира, что меня нельзя любить». Я начинаю проверять. Ну, как, ну не может быть, вранье какое-то, правильно? Ну, что это? Обычно так не бывает. Значит, давайте проверим, да? И дальше я начинаю проверять, насколько, значит, вот это вот чувство настоящее, да? Вы человек, которого начинают проверять на предмет того, насколько ваши чувства настоящие. Что с вами будет происходить? Вы хотите, чтобы проверяли силу ваших чувств? Нет. Вот. Вы начинаете говорить: «Алло, гараж». И тут я говорю: «Елки, а я и знал». И возникает самореализующееся такое пророчество. Я точно могу сказать, как вы испортите любые свои отношения, пользуясь конструкцией, которая сформирована вот таким способом организации нашего этого внутреннего и, как нам кажется, внешнего пространства. Вот. Поэтому запрос на там, новизну, чем мой партнер или просто человек, с которым я, что в нем не такого, как во всех моих предыдущих опытах. Это открывает вам возможность получить обратную связь.